И всем привет, ребятки, с вами снова Немезис. И это уже 619-я часть наших с вами обзоров на пушки. И это первый ролик в этом году. Да, все, продолжаю я свою деятельность. Все, все отдохнули, я отдохну, можно с новыми силами возвращаться. Вот, что же... Пишите, как вы отдохнули, кто уже вышел на учебу, кто не вышел. Интересно почитать тоже на самом деле, у кого что там происходит. Вот, и сегодня мы с вами посмотрим первый обзор в этом году. Будет у нас на сурового карателя, да. Видел в комментариях, там про один выстрел просили, я такой, ну, нужно сделать чего. Как бы вот суровый каратель, вот такая вот снайперка мифическая. Я ее купил в фургоне еще в 2020 году летом со всеми этими, со всем арсеналом продвинутым, в общем, там был. Я купил, к сожалению, только суровый каратель. Вот, да, хотела еще пистолеты головорезы купить, но тогда у меня что-то с гемами были проблемы. И я решал, пистолеты взять или снайпу. В итоге взял снайпу, и знаете, она была очень топовой, пока ее не понерфили. Ее потом понерфили, она стала уже не ваншотить, и вот где-то буквально недавно ее опять бафнули, и, ну, как я понял, каратель снова вернулся. Вот, посмотрим, что он сможет сделать. Рескин тяжелой снайперской винтовки, одиночный рентген прицел, 8-кратный прицел, темп стрельбы 71, вместимость 7, подвижность 50. Так-то она продается у новичков за донаты, вроде как в легендарном качестве, вот... У меня же продавалось в мифическом, как у всех в фургоне. Вот, и посмотрим. Вот такая вот снайпа. Очень мне нравится. Рентген-прицел, знаете, это улучшенная ТСВ. Вот, где у меня тут ТСВ? Вот, да, легендарная тоже планирую в будущем качнуть. И сравнить каратель с ТСВ. Очень интересно было бы узнать. Не знаю, собирался ее качать, и что-то как-то ну, не доходит вообще. Хочу я прокачать, знаете что? Жестокого головореза хочу прокачать на мифик, вот. Поэтому, наверное, ТСВ не так скоро. Ну, зачем ТСВ, если есть каратель? Поэтому погнали тестить, тем более он еще и доступен на фортах. Все, туда как раз-таки пойду и встретимся уже в матчах. Друзья, если вы хотели как-нибудь со мной связаться, пообщаться, поиграть, найти себе друзей, то заходите на мой сервер в Дискорде. Тут сейчас находятся многие достаточно хорошие ребята, русские ПГшеры, все свои, все со всеми познакомились. Вот, заходите, вступайте, вот тут вот разные есть чаты, можно пообщаться, послушать музыку. Даже, возможно, иногда тут заходят в голосовые чаты и тоже общаются уже вживую. Так что заходите, ссылка будет в описании. Так, ну что же, начинаем. Все-таки я такой сейчас стоял, думал, переснимать ли мне то место или не переснимать. Короче, я все пересниму, что-то оно не очень было. Я как-то не очень озвучивал все, и матчи были не очень. Так, ну, начинаем, ладно, что-то у меня пока не особо получается. Вот. Но там, короче, был какой-то челик, у него... Он не умирал. Он просто не умирал с одного выстрела, он бегал по-китайски, и я такой подумал, да ну, я лучше пересниму. Вот. Ну и как-то я начинал тоже так себе, если честно. Сейчас, я думаю, должно быть лучше все. А, ну, конечно, лучше, все равно что-то как-то... Ну да, короче, каратель в голову ваншотит. Да, ваншотит. Вот, и в тело не всегда. Вот того челика, кстати, я и не ваншотил. Но это, чтобы частично сохранить, но я про него скажу, да. Так, 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 так. Да, онлайн там какой-то маленький был, если честно. То есть такое себе все. Не попал, да? Ну, тут 2 минуты до конца матча. Давай, 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 давай. Вот. Первый обзор в этом году. Поэтому, как бы, позволительно, так скажем. Вот. 619-й, кстати. Ё-моё, сколько уже наснимал я. Офигеть.
Ну да. Круто. Так, ну, видно, да, убивает. Хорошая пушка. Ну, вот, повторяюсь, купила его в фургоне. Может, кто там, типа, откуда я его взял, да? Купил еще давно в фургоне. Надеюсь, его еще раз завезут когда-нибудь. Может быть, я все скуплю вообще. Потому что мне нравятся эти пушки. Но первым делом, конечно, уже головорезы возьму. Потому что, ну, вторая пушка must have отсюда, мне кажется. Ну, за 2 минуты 15 убийств. Нормально. Давайте еще разок. Конечно, еще разок. Кто вообще не входит? Че? Те матчи их не будет. Так. Боты, да? Ну, боты. Очень интересно, да? Что-то онлайн, по-моему, после Нового года еще просел. Потому что вообще одни боты какие-то. А, не, зашел кто-то, ладно. Ой, зашли, смотрите. Появились. Только стоило мне сказать. Единственная проблема, как и с выстрелом, тяжело попадать вот в такие вот щели. Вот видно, да? Не стреляет сквозь стены. И нужно прям вот точечка, чтобы была сквозь деревяшки. Вот так вот, да. Очень удобно то, что рентген прицел. Знаю, что читерно немножко, но ради обзора можно, как говорится, использовать и рентген прицел. Преимущество этой штуки. Различие, самое главное, от ТСВ. Это скоп рентген. Ну, как я думаю. Урону не знаю, если честно, как мифик ТСВ себя ведет. Тоже напишите, кто прокачал, а таких много, я думаю. На 65-м. Вот. И стоит ли мне качать и делать видео? Тоже напишите. Ну что, я думал и кучу другого прокачал в итоге. А давайте без скопа попробуем. Во! Раз. Ну и два пистолета где-то убивает, да? С двух выстрелов из пистолета, а не два пистолета. Вот, смотри, вообще другой матч. Абсолютно другой матч. Ой, это, пожалуйста, и фури сделал. Так. Угу. Да, непривычно снимать, блин, когда 10 дней не было видосов. Привыкну, думаю, ладно. Так. Потому что следующее видео нужно будет там, ну, нормально озвучить, потому что там я хочу снять обзоры на все гаджеты. В планах. Есть у меня такое, ну, я его показывал, свой план. Вот, так что, кто видел, тот молодец. А тем временем, смотрите, сколько я уже набил. Так, ага, не ваншот. Интересно очень, да? Видно, не ваншотит все-таки часто, значит, мне не просто не повезло, а это так и есть. Ну, вот видно, да? Не ваншотит. 8-й модуль я показывал. Так, ну, удобная вещь на самом деле. Вот, если будет, обязательно берите. Я советую эту пушку. За донат тоже советую, кому не жалко. А что это такое там? Нифига они там это прошлись, так называется. Смотрите, целый отряд снесли. Вы что? Думаете, такие крутые? Так, это винтовка. Во, кого-то ваншотит, кого-то не ваншотит. От брони зависит. Так. Так. Так, трипл. Блин, вот эти матчи я точно оставляю. Это прям вообще золото. Отлично. Сколько я тут набью? Я думаю, за 20 точно. С выстрелом 36 сделал. Очень интересно. Из кометы 54. Так что, что тут говорить? Ну, тут не будет 54, это точно. Дай бог 30 будет. Дай бог. Не дай бог, а 35. Очень хорошо. Вот это мне, вот это я одобряю. Вот это уже совсем другое дело. Вот. Давай.
кошка, но это бот. У ботов часто не... Я сгорю точно. 18 залпом снял горение, офигеть. Вот, сколько оно тут? Ну, прилично. Так. Где-то там. Убежал уже, да? Интересно. Ага, не ваншотнул. Так. Вот ты что сюда пришел? Вот у тебя что, не сидится, что ли, а? Приперся что-то зачем-то. Ой, очень интересно. А ЧВшечка? Да вот он... Вот ты вот вообще не в тему здесь. Вот что ты тут делаешь? Видали? Вот эти рашеры, они действительно надоедают. Ну да. Что-то я поторопился. Ну, ё-моё, вот союзник мне все загородил тут. Вот не пошел ли ты отсюда, а? Когда уже этот мост снесут? Хотя, что я молчу, уже лет 6 этот мост существует, и никто его не сносит. Так что... Я не помню, когда точно форты добавили. Либо 15-й, либо 14-й год. Точно не знаю, ну, лет 6, думаю, уже есть. Порты, и никто мост, как говорится, не сносил. Поэтому не думаю, что его когда-нибудь снесут. Снесли бы уже до этого, как говорится. Просто нужно пушки рашерские убрать, типа Афродита. Зачем вообще сюда Афродиту разрешили, а ТСВ нет? Странная логика тоже, конечно. Так, ну пока я тут что-то говорил, я опять тут неплохо набил, смотрите. Кроме моих союзников, которые нифига ничего не делают. Я только, по-моему, убиваю. Вот это вот, что ты тут носишься? Давайте с пистолетом добьем. С пистолета, а не пистолетом. Что-то я говорю, разучился. Разучился. Так. Раз. Ой. Так. Ну, почему я питомцев люблю убивать? Вот не раз такое уже было. Кого бы мне вот кого-нибудь поинтереснее. Ну это вот точно не интересно, вот этот вот Flying Claw. Так. Вот Rusher это очень интересно, конечно, да? Нет, тут я ничего не... Ну, почему мне боты попадаются? По-моему, мы здесь проиграем, чувствую. Потому что я один играю, вот этот вот еще вообще не в тему бегает. Вот этот быстро передвигается, его не поймаешь. Еще у меня перезарядка в скопе, конечно же. Да елки ты палки. Ну встань ты ровно уже, ну почему ты так носишься? Я не могу тебя поймать. Я не могу вот его поймать, вот этого вот. Вот как мне тебя ловить, блин? Еще не ваншотится, проиграем мы, короче, здесь, понятно. О, кстати, я попал, но почему-то не засчитали. 29, кстати, я больше, чем он набил. Ну просто вы видели, я вообще один практически убивал. Что-то под конец он начал только делать, мой союзник. А до этого просто сидел и ничего не делал. Так. А, что, боты, что ли? Очень интересно, да? И последний матч сыграем, думаю. Так. Убил. Ой, нет, только не в деревяшку. Ну что ж такое-то? Так. Чувствую еще немножко, что-то как-то я странно себя ощущаю. Наверное, да. Все с непривычки это, конечно же, я думаю. Так. Отлично. 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 Нифига не отлично. Опять дурацкий приговор.
Ну вот только вот не Рашера. Ну вот 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 тут еще не сидится, что ли, а? Надоели уже. Подставил мне свою эту. Свою задницу, хочется сказать. Ой, ладно, некрасиво. Но так и есть, на самом деле. Просто взял, да, прошелся. И все загородил мне, да? А, очень интересно, что я попал в деревяшку. И походу я сейчас сдохну, да? Так. Блин. А, очень интересно, что я попал, но мне не засчитали. Так, не, ну что-то как-то плохо. Еще и союзники, опять же, они вставляют в себя и ничего не... Нифига, этот противомодульный, смотрите, видели? Барашку там снесли. Еще кого-то снесли. Это хорошо. Так, это что такое? Я не понял. А почему... А, это противомодульный. Ну, с ним тогда особо и не буду возякаться. Слишком много времени уйдет. А, ну да. Блин, ну кто меня сковывает? А, непонятно, кто меня сковывал. На базе нашей, что ли, опять? Так, ой, трипл. Хорошо. А мульти не будет, да? Ладно. А, во, во, противомодульный, конечно же. Конечно же. Да боже ты мой. Есть, ура, я в него попал. Так. Ну вот что ты не ваншотнулся? Блин, красивое убийство сорвалось из-за того, что он не умер. И еще один не умер. Да, не часто ваншотит в тело, как видно. К сожалению. Хоть и говорили, что бафнули, но что там как-то... Либо его опять занерфили. Но в голову, видно, убивает, да? Так это что такое? А, вы видели, кстати, я в него попал. Очень честно, да? Гриндинг for ультимат. Да, еще ультиматум в лотерею добавили. Это очень интересно. Да, ребятки, напишите, кто получил ультиматум. Ну, если кто-то смотрел до этого момента, конечно же. Надо было это раньше говорить. Ой, что-то я... 28. Ну, я делал и больше. Ну, 35 было. Так что, во. В принципе, это все. Можно, думаю, заканчивать. Погнали делать итоги. Ну что, вот... Первый вот такой вот обзор у меня получился. Немножко какой-то он странный. Я вот, вот честно, вот я сейчас сижу. Ну, что-то как-то чувствую, что непривычно, что ли, как-то. Не знаю. Короче, за 10 дней отвык, как говорится. Вот. Ну что же. Суровый каратель. Пушка-то интересная. Но, к сожалению, в тело не ваншотит. Очень часто прям вот. Что-то даже странно. Я с ним вроде играл недавно, ваншотил. Не всегда, но не так же, блин, прям очень часто не убивал. То есть мне приходилось 2 выстрела с пистолета, кого-то даже и 3. Я думаю, блин, противомодуль-то понятно. Молчу, там не всегда такая фигня. Ну, вот честно, вот как-то прикольная штучка, советую. Но вот если говорить про ваншот, то это, ну, вот редкий ваншот на самом деле. И как-то, ну, не знаю... Вот. Ну, мое дело было сделать на него видео. Думаю, посмотрят многие, тем более первое видео за это время. Думаю, много будет просмотров. Короче, кто досмотрел, советую ли я брать? Будет, берите. Может быть, еще как-нибудь бафнут когда-нибудь, там, не знаю, еще. Ну, а так, пушка в целом, вот, напишите еще, да. Ребятки, ТСВ на мифике. Где? Вот он. Она. ТСВ, ну, сокращение, аббревиатура. ТСВ это тяжелая снайперская винтовка. На мифике лучше, чем каратель. Вот мой вот этот вот. И я знаю, что 2 карателя существуют тоже. Не надо один донатный, один фургонный. Вот именно про мой каратель. Он лучше, чем ТСВ на мифике.
напишите, потому что я не шарю вот в этом деле. Вот, у кого есть, те можете написать. Вот. Ну, а так-то я, конечно, возвращу свой прототип. Никуда он не денется. Прототип все равно моя любимая пушка. Вот. Не знаю, может быть, все-таки я сделаю про него видео прям отдельное такое. То есть, как бы его прям не было, чтобы я отдельно про прототип. Может быть, сделаю, не знаю. Ну, моя любимая пушка, почему бы не сделать, да? Про свою любимую. Посмотрим, ладно. Вот, вступайте в мой клан, кстати, у нас тут война завершилась. Мы тут вообще что-то мы тут набили, дофига. В этот раз, молодцы все. В лидерах мы топ... Сейчас, топ-13, ребята. Ну, нам кирдык, конечно. Может быть, мы с Coach Fighters даже будем. Короче, что-то наши ребятки тут с ума сошли. Топ-13 взяли. Вот, очень интересно, да. Ну, вступайте, место есть, конечно. Тут один вот рейд сыграл. Мне пришлось его кикнуть, он опять заявку подает. Ну вот, ребят, ну тоже вот, ну читайте. Читайте сверху вывеску. Ну что это такое? Ну почему я обязан вот так вот? Ой, ладно, короче. Все. Это я решу позже, когда мне регистрироваться. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за первый обзор в этом году. Ждите обзоры на все гаджеты. Может, еще что-нибудь. Может, обнова выйдет. Посмотрим. Всем удачи и всем пока-пока.